Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 12 декабря 2018 года. Мы с Машей, вот она Маша. Ну что? Мы с Машей идем в магазин «Лабиринт» забрать нашу посылку с книгами. Мы выписали книги. Четыре. Да, четыре книги. Пойдем. Да, Маша немножко приболела, но несмотря на это, мы решили подышать свежим воздухом. У нас всю ночь. У нас всю ночь бушевал ураган. Вот. Ну, сейчас вроде бы стал поменьше ветер. Хотя вот еще дует, конечно. Это, наверное, чувствуется. Идем мы по улице Первомайской. Подходим к улице Крымская. Так это уже... Да. А нам надо на Крымскую 137, где находится магазин «Лабиринт». Мы первый раз выписываем по системе «Лабиринт». Обычно «Озоном» пользуемся, но тут решили «Лабиринтом», потому что на «Озоне» книг, которые нам нужны были, не было. Вот придется находить музыку из него, блин, а то это у нас забанит. А книги мы взяли из серии... Коты-воители. Коты-воители, да. И еще мы взяли Терлямы в подземном королевстве. И еще Михасенко «Терлямы в подземном королевстве». Это книжка моего детства, очень интересная, мы будем ее вечерами читать. Да, сегодня. А пока что я буду читать твои. Ну, про магазины уже, конечно, оформлены. В новогоднем стиле. Это салон посуды «Богема». Ну, он такой. Вся эта богема, так скажем, стекляшки. Я бы так назвал. Много позолоты и хрусталя. На самом деле полная ерунда. Проходим мимо детской площадки. Вот здесь вот на возле магазина товары «Все для дома». Когда Маша была маленькая, и мы снимали в этом доме квартиру, Маша на этой площадке играла. Ага, я и летом на ней играла. Ну вот ветки, видно, что ветки ветром обломало, снесло, да. И... Дворники, а дворники уже убрали все. Ну, идем дальше, подходим к улице Краснозеленых. Это отметим. Сегодня день Конституции, и вот продают флажки российские. Вот. Если бы не флажки, я бы не вспомнил. Да. Ну вот и солнышко показалось, это здорово. Да. Вот. Ну, мы продолжаем идти. Мы сейчас вышли на улицу Крымская. Идем в сторону Красноармейской. Проходим кинотеатр «Мир кино». Сюда Маша часто ходит. Хожу, какие только... фильмы ты в последнее время здесь смотрела? Я не смотрела фильмы, я со всеми классом ходила сюда. Ну понятно, ну какой мультик? Вон, «Ральф против интернета». А Маша смотрела «Ральф против интернета» фильм. Ходили с классом. А понравился? Нет. Нет, почему? Ну там какие-то шутки не очень. Ну, Маше не все нравится, конечно. Температура сегодня... Так, 12 градусов, но когда Наташа посмотрела в интернете, там было написано, что ощущается как плюс 3. Ну да, так, конечно, 12 не скажешь, вот что 12. 12. Три кита, торговый центр, осел. Ой, тут тесно становится. Дороги узкие. Дорогие. Снимаю я с руки, конечно. Папа, да. А ты знаешь, что вот на этих баннерах тоже Южный квартал, там была реклама со скрытыми масками. А,
Со скрытыми матами? Да. Да, я ходил и читал, и подозревал, что это что-то неприличное, да. Но боялся сказать вслух. Я тоже. Я вам это сказала, она сказала нет. Ага. Вот заброшка наша. Да, это вообще заброшка. Там кафе Нота Бене, никогда я не был. И вот мы сейчас дошли до Красноармейской, и вот в этом доме, в этой девятиэтажке, мы тоже дважды снимали квартиру, когда приезжали на отдых. Ну вот уже и Красноармейская. Сейчас мы перейдем, и там уже недалеко будет магазин «Лабиринт». А небо с тучками, переменная облачность, как нам сообщают синоптики. Ну, после дождя, конечно, лужи стоят. Ну, в общем-то, их нетрудно обойти. Вот это называется декабрь. Да. Тепло даже, да? Так, и вот он, лабиринт, пункт выдачи. Здесь мы никогда не были и впервые будем сейчас забирать наш заказ. Ой, впервые сюда зашла. Ага. Кот. Это кошка. Так. Все. Здравствуйте. Мы за своим заказом. Заказ номер... Хорошо. Александр, да? Да-да-да. Маша, в сторону вот так отойди, если меня сразу. Да, та самая. Это Михасенко. Звездный свет. Коты воители. Сумерки. А чё она такая тонкая? И заказ. Ой, и закат. Да. А что за лотерея? Это цитата из книги. На следующий заказ может быть скидочка. Подождите, пожалуйста, это часть вашего. Чем да, здесь да. Ваша подпись, фамилия? Ага. И в пакете я вам попробую. Хорошо. До свидания. Ну вот все, заказ наш получен. И мы идем, ну куда? Домой, конечно. А они такие тонкие, подвоители-то. Да. Я их за два дня прочитаю, нет, за один. Это что? Ну вот, книжка. Мне с детства эта книжка знакома. И я до этого смотрел. Но новых изданий не было, и в 2017 году сделали новое издание этой книги. Ну, какие иллюстрации? Красиво. Ну что, пойдем домой? И вот это вот. Друзья, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго, до следующих встреч. До свидания. Вот такая елка установлена здесь на пересечении Шевченко и Крестьянской. Раньше она стояла на главной площади, на Театральной. Теперь там другая елка, уже из Москвы собранная. А это вот установлено здесь. И еще снеговик вот рядом, он вечером светится. Снеговик с российским флагом. Очень патриотично и симпатично.